В Самаре стартовала акция «Кровь медиков во благо жизни». Показать, что донорство – это безопасно, а для кого-то и жизненно необходимо. Будущие врачи решили на собственном примере. А тех, кому не жалко, в нашем материале. Студентка медуниверситета Анжелика Лагунова – донор по зову сердца. Ее кровь подходит для переливания людям с любой группой. Поделиться своей первой положительной девушка приходит уже третий раз. Те люди, которые нуждаются в крови, допустим, попавшие в аварию, им как бы у многих нет родственников, и у них очень большие проблемы. И я думаю, что им нужна она. Акция «Кровь медиков во благо жизни» проходит пятый раз. В числе доноров те, кто еще не получили диплом врача, но уже стремятся помогать людям. Учитывая то, что оборот, так сказать, мобильного комплекса забора крови составляет не более 120 человек в день. Мы всегда превышаем планку. Нас за это ругают, но, тем не менее, ничего поделать с нашими студентами не можем. Донором может стать любой здоровый человек, которому уже исполнилось 18 лет. По словам специалистов станции переливания крови, в последнее время активность населения значительно увеличилась. У нас сейчас на выдачу на станции переливания крови, в экспедиции, все группы крови, даже четвертая отрицательная, не меньше 30 гемоклонов. То есть мы любое лечебное учреждение можно обеспечить в любом объеме. Те, кто не успел сдать кровь сегодня, могут присоединиться к акции завтра. Организаторы напоминают, обязательное условие – донор должен быть прописан в Самарской области. Дарья Болгова, Анастасия Гончарова, Дмитрий Столяров, Новости губернии.